добрый день, мои дорогие подписчики, мои дорогие друзья, подружки, рукодельницы. Я сегодня обратно у мамы и хочу с вами поделиться вот, вот такой картиной. Мы снимаем без масок. Вот, видите, у меня сегодня приехали мои дорогие родственники. Нагашлар, Сактюбинска, с Кандагача. Буду по мере возможности вам все показывать. Сегодня у нас 24 февраля, пятница. Пришли обратно в нашу Мегу. Надо кое-что закупить. Посмотрите, какая у нас погода в центре города. Тепло. Смотрите, девочки, вот такие сумочки из рафии связаны на лето. И по цене вот это 10 тысяч тенге почти. А этот вариант почти 12 тысяч тенге. Можно как-то самим тоже создать что-нибудь такое интересное. А еще у нас здесь очень на Римзоне вкусная гумма. Я сейчас вам покажу. Мы пришли перекусить. И здесь у нас продается вот такая, вот такой пирожочек с ливером. И подается вместе с соусом. И к этому, ко всему бонусом идет вот такой термос с чаем. Бесплатно. Платишь только за пирожок, а пьешь чай с сахаром бесплатно. Вот, девочки, смотрите, у нас у казахов самое главное блюдо, когда приходят гости, это наш вот такой бешбармак. Тесто у нас раскатанное вручную, не какая-то не жайма, не покупное, у нас все раскатано вручную. Тесто не мое, тесто производства моей снохи. Сейчас будем показывать вам мясо. Так, давай я пройду, покажу. Это у нас завтра будет той, поэтому вот подготовка полным ходом. Сегодня приехали гости с Актюбинска, мы их встречаем. Вот так. Нормально. Вот на что сдох. Вы, наверное, подумаете, что они кушают, кроме бешбармака и плова. Много что кушаем, но у нас как бы для гостей, когда много собирается нас, мы кушаем именно бешбармак и плов. А в простые дни мы кушаем. Вчера я не смогла вам заснять мамин ханум. Вот сейчас второй легенд у меня будет. А тут мама у меня собирается сделать вот такое зелье из курта. В сурпу у нас добавляют обычно айран. Но, ну, и курт, конечно, для гурманов. И сейчас мы решили тоже. Вот вот такой соленый порошочек добавляют в сурпу. Вот, мама предварительно его как бы размешивает в отдельном, там, в отдельной кисушке с бульоном, а потом это все в этот бульон будет перемешиваться. В принципе, можно добавить лимон и айран, и у нас будет именно вот такой жар. Вот, сурпа готова, добавили айран и курт. И наш беш готов. Всем приятного аппетита! Сегодня у нас 25 февраля,
И у нас снег. Девочки, я перед вами хвасталась, что у нас Африка, весна уже пришла. А посмотрите, какой у нас снег идет, прям валит во все. Настоящий снег. Я сегодня обратно у мамы, сегодня у нас же будет той. Поэтому сегодня я буду вам записывать и показывать. Сниму все, что происходит. Вот мое включение. Теперь я уже приехала к бабушке домой. Сейчас, минутка. Сегодня нас пригласили в гости. И мы будем сегодня у бабушки. Конечно, бабушки, к сожалению, уже нету в живых. Но здесь живет родной мой дядя с женой и сыновьями. Вот будем сейчас пить чай. Отдыхать. У нас сегодня будет большой праздник. Вот. И как всегда у нас бешбармак. Он у Тергестит не шарсен, Дархан? Дархан, ты хочешь? А, сейчас подожди. Да, там пришли ген. У нас всегда, когда приезжают гости, обязательно бешбармак. Тюрлетминстер. Вот, наша семья, она большая. Это мой родной дядя. Да, мы опять к маме. Вот, это мой племянник, сын моего родного брата. Я не буду снимать урывками, хочу показывать вам все. Ну что, всем привет. Как я вам и говорила, у нас 25 числа, 25 февраля, мы справляем цаукисер моей племянницы. Вот такой у нас будет баннер. Ну, есть, конечно. И вот наша обстановочка. Давайте я вам покажу, что у нас. Ну, сейчас еще пока накрывают, поэтому я вам пока что покажу то, что есть. Вот смотрите, сюда еще будет все накрывать. Подарочки гостям. Вот такие конфеты. Людей будет 150. Примерно 150. Сейчас. Пока еще накрывают. Идем туда, остановись. Thank you.
Аминаға орымады. Аналарама болсын. Анам бар, мән қатай мүйшілер. Анасын сағынғандар, анасын жақсы көретіндер. Кетті. Шетшіл сен сағынарым, шабықсам шағынарым.